за атаками дронов на ваши города стоит Рауль Менендес. Соединенные Штаты не вторгались в Китай. Мы все оказались пешками в руках Рауля Менендеса. И 5 американских дронов направляются к нашим городам. Это ваше оружие, госпожа президент. Мадам президент, командир, который захватил Менендеса, вызвался возглавить вашу охрану. Он наш главный специалист по Менендесу. И он считает, что вам может угрожать опасность. Сэр, видим движение на земле. Группа противников. О, господи. Дроны! Они меняют курс. Лос-Анджелес? Так и знал, что слишком просто дался взлом целлериевого диска. Его цель — президент. Вертолет президента под обстрелом! На землю! Срочно вызывайте броню! Мы падаем! Госпожа президент, вы в порядке? Все, все. Точно? Я в порядке, да. Доставить президента в убежище. Вот жопа! Вот жопа! Вот успокойся! Жопа. Пуля прошла на вылет! Жить будешь! Я дам тебе кое-что от боли! Вот зараза! Госпожа президент, дроны уничтожили борт номер один и ваш вертолет. Джонс, нам а что с остальными конвоями? Полиция доложила о столкновениях на улицах. Сотни вооруженных наемников одновременно нанесли удар по Лос-Анджелесу. А количество жертв? Центр эвакуировали. По первым оценкам, ниже ожидаемого. Слава богу. Мейсон, что будем делать дальше? Госпожа президент, мы доставим вас в убежище под отелем Бонавантюр в центре города. Джонсон, выведите на улицы войска и разберитесь с дронами. Командование НОРАД отправило 200 истребителей. До прибытия 5 минут. В этом и был план Менендес. Ликвидация лидеров двадцатки подорвет власть капиталистов по всему миру. Вот срань! Приближаются к твоей позиции!
Вот жопа! Вот жопа! Успокойся! Пуля прошла на вылет! Жить будешь! Я дам тебе кое-что от боли! Вот зараза! Госпожа президент, дроны уничтожили порт номер один и ваш вертолет. Джонс, а что с остальными конвоями? Полиция доложила о столкновениях на улицах. Сотни вооруженных наемников одновременно нанесли удар по Лос-Анджелесу. А количество жертв? Центр эвакуировали. По первым оценкам, ниже ожидаемого. Слава богу. Мейсон, что будем делать дальше? Госпожа президент, мы доставим вас в убежище под отелем Бонавантюр в центре Джонсон, города. Джонсон, выведите на улицы войска и разберитесь с дронами. Командование НОРАД отправило 200 истребителей. До прибытия 5 минут. В этом и был план Менендеса. Ликвидация лидеров двадцатки подорвет власть капиталистов по всему миру. Вот срань! Отвечаю на сигнал бедствия. Жду приказов.
Андерсон, мы направляемся к убежищу с президентом. Займи позицию в воздухе, веди наблюдение. Так точно. Только учти, кроме меня поддержки не будет. Остальные из эскадрильи либо погибли, либо ведут бой с дронами. Артер, докладывай. У нас тут наемники по всей магистрали. Они ведут обстрел другого конвоя из РПГ. Прямо по курсу на нижнем уровне. Что будем делать? Машины должны добраться до убежища. Доставь туда президента, а я вас прикрою. Вперед, вперед! Надо торопиться, иначе в живых никого не останется. Мы на земле, в полном составе. Несколько наемников в поле. Нижняя магистраль, справа. Справа, грузовики с пулеметами. Прячься за машину! Выдвигайся! Прямо по курсу! Еще один грузовик погружает пехоту. Оставайтесь в укрытии. Когда будет чисто, я дам сигнал выйти. Противник ведет шквальный огонь со всех сторон! Поднажмите! Лидеры большой двадцатки в той машине долго не продержатся! Они совсем близко, сектор, за колоннами! Твою ж мать! Стреляют сверху! Твою ж мать! Отвлеки их от нас! Чисто. Оптический прицел, машина! Сектор! Убирайся оттуда нахрен, сектор! Вся магистраль сейчас рухнет! Задние машины свернули, как только в нас попали. Министр обороны Петреус в безопасности. Конвою нельзя останавливаться. Пересадите президента в среднюю машину. Придется брать каждый метр с боем! Наемники сооружают баррикаду прямо по курсу! Уничтожите их! Уходим быстро! Все за мной! Я поеду на первой машине. Все колонны по одному! Синий маршрут под угрозой. Повторяю, синий маршрут под угрозой. Всем конвоям избегать района стадиона. Ждите новых данных. Мы проедем по улицам. Перегруппируемся по дороге. У нас РПГ на всех крышах. Я пытаюсь. Андерсон! Ну же, блин! Вот крапина! Меня отбили! Но я в порядке! Черт!
Противники идут со всех сторон! Слишком прочная!
Держи. Проклятие, сектор! Они направляются к истребителю Андерсон! Уничтожить! Еще один вражеский грузовик справа! Нужно добраться до места крушения! Твою мать. Андерсон, в нее попали. Не знаю, насколько серьезно. По крайней мере, она еще цела. Когда-нибудь летал на такой штуке, сектор? Нет. Так сейчас полетаешь, дружок. Бортовой компьютер должен справиться. Я поеду на скорой с Андерсом. Не отставай от меня. Попробуем догнать президентский конвой. Идентификация. Мейсон, Дэвид. Замена приоритетов. Альфа, Дельта, Эхо, Икс-рей. Проверка завершена. Начинается цикл запуска. На каждом перекрестке. Полиция не справляется. Мы не доедем до цели. Сэмюэлс, я на истребителе. Окажу поддержку с воздуха. Отслеживаю ваше положение. Держитесь. Твою мать, полная задница. Серьезно нам досталось. Партнер, сверни налево на 9-й. Понял! Наемники приближаются! Целостность 15%.
Ты все-таки больной на голову, ты это знаешь?